У 19-м мікрараёне Гомеля пачалося будаўніцтва групы жылых дамоў. Асаблівасць гэтага праекта ў тым, што ў адным з будынкаў будзе размяшчацца дзіцячы садок. Дакладней, гэта будзе філіял адной з бліжэйшых дашкольных устаноў адукацыі. Садок будзе разлічаны на 60 месцаў. Тут створаць усе ўмовы для камфортнага знаходжання дзяцей і правядзення заняткаў. На першым паверсе жылога дома абсталююць гімнастычную залу і залу для музычных заняткаў. На вуліцы з'явіцца гульнявая зона з навесами. Особливую увагу надали безопасности детей. Учитывались все особенности, которые предусмотрены действующими ТНПА в части безопасности детей. Одна из фишек, скажем так, это система видеонаблюдения, которая обязательно оборудована все три дома. Игровая площадка будет ограждена, будет предотвращен проезд любого транспорта на территории, где будут гулять дети. Размова об размещении дитячих садков у жилых новобудовлях и шла и ранее, але на практике такая идея реализуется упершиню. У новых спальных микрорайонах існує дефицит дошкольных установ, и это один со шляхов вырашения проблемы. До того же есть и экономичные плюсы. На сегодняшний день, если построить отдельно стоящий детский сад, то стоимость одного места, человека места, это будет около 35 тысяч белорусских рублей. А здесь разница, ну, более чем в три раза, мы просчитываем стоимость около 11 тысяч. Поэтому есть и экономическая эффективность, не только социальная. Есть пераваги и для будущих жыхароў новобудовляў. Гэта не адаб'ецца на кошце квадратнага метра, а неабходнасць вадзіць дзяцей у садок у суседні мікрараён адпадзе. До конца 2017 года будаўніцтва дома с дзіцячым садком плануюць завершыць.